Сейчас областной бюджет проходит стадию первого чтения на уровне профильных комитетов Думы. На заседании Комитета по бюджету, налогам и экономической политике главным докладчиком по теме выступила начальник регионального финуправления Елена Локтикова. Она рассказала, что в следующем году доходная часть бюджета увеличится более чем на 3 миллиарда рублей и составит 28,5 миллиардов. Расходовать областную казну по-прежнему планируется в основном на социальный блок. На здравоохранение, образование и соцзащиту уйдет около 17 миллиардов. До 2015 года увеличится и дорожный фонд области. По расходам дорожного фонда к 2015 году мы ожидаем объем около 5 миллиардов рублей. Я вот маленькое отступление сделаю. Когда-то Владимир Иванович в одном из интервью и Вязов говорил, чтобы нам достигнуть более-менее нормального состояния дорог, нам надо около 5 миллиардов. Так что вот, когда будут принимать бюджет 2015-2018 год, там, наверное, вот уже будут цифры, которые, я надеюсь, для нас, жителей области, в общем-то, порадуют нас. Также в следующем году будут проиндексированы на 5,5% зарплаты, стипендии, коммунальные услуги. Как рассказала Елена Локтикова, в бюджете заложены средства и создан резервный фонд на доведение зарплаты работников разных отраслей до средней по экономике. Елена Смирнова, Владимир Сидоров, события, Брянск.